самая строгая курочка. По крайней мере, вид у нее такой строгий. Заболела. Стала плохо питаться. Я заметил это не так давно. Где-то позавчера заметил, что она вот стала плохо питаться. И сейчас покажу с другого ракурса. Поэтому я решил отсадить к средним цыплятам клетку. Тут она кушает. В принципе, никто не трогает. Она себе стоит. Что с ней произошло, неизвестно. И сегодня заметил, что гребешок у нее начал синеть. То был такого алого цвета, как бородка. А сейчас начал синеть. Температуры особо не наблюдается. В общем, она кушает, но как-то слабо. Еще так вот глаза прикрывает, жмурится вообще. Не знаю, что с ней произошло. Зоб у нее пустой. Был. Сейчас она кушает вот этот детский комбикорм. Там, в принципе, все витамины. Все есть. Ну, а время, когда зарубать, такие делаются, то я ее уже пропустил. То есть она уже потеряла в весе. На вид она такая пушистая, а внутри очень легкая получается на вес. Арсений Селезнев, зверобой. Курочка заболела. В общем, пока будет с цыплятами. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.